Победами начали сезон староскольские рафтеры. Воспитанники клуба «Штурм» покорили турецкую реку Даламан. На открытый Кубок Турции по рафтингу съехались 25 команд из 10 стран. Россию представили спортсмены из Рязани и Старого Оскола. На горной реке состязались в 4 дисциплинах. Квалификация, потом спринт, то есть параллельная гонка с двумя командами, прохождение на выбор ворон. Дальше еще длинная гонка была и ралли на воде. Абсолютным победителем с большим отрывом от соперников стала женская команда «Штурма». Парням досталось серебро. Этот сезон для наших рафтеров будет насыщенным. Сейчас староскольцы соревнуются в Рязани. Летом их ждет чемпионат Европы в Словении и мировые старты в Аргентине.